Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 10. Урок 18. Реши уравнение с комментированием по компонентам действий. Уравнение номер 1. 756 отнять х равно 94. Неизвестно вычитаемое. Для нахождения неизвестного вычитаемого необходимо из уменьшаемого вычесть разность. Запишем. Х равен 756 отнять 94. Х равен 662. Уравнение номер 2. Неизвестно слагаемое. Для нахождения неизвестного слагаемого необходимо из суммы вычесть известное слагаемое. Х равен 1003 отнять 251. Х равен 752. В третьем уравнении неизвестно уменьшаемое. Для его нахождения необходимо к разности прибавить вычитаемое. Х равен 675 прибавить 384. Х равен 1059. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.